Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас уже воскресенье, 14 апреля 2024 года. Новости, я бы сказал, хорошие, обнадеживающие. Для кого они хорошие и для кого обнадеживающие? Давайте сейчас разберемся. Инициатива по отмене подоходного налога с пенсий, да, конечно же, пенсионеров. С пенсии дошла, все-таки дошла до Сейма, и вскоре ее рассмотрит комиссия. В среду, вот уже в следующую среду буквально, 17 апреля, комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям оценит инициативу населения об отмене обложения пенсий подоходным налогом. Автор инициативы Райва Ютанс заявляет, что этот вопрос следует решать в более широком контексте законодательной иерархии, так как прежде чем начисляется подоходный налог, для расчета и накопления пенсии используются социальные налоги. По мнению Ютанса, этот вопрос необходимо обсуждать и решать. Например, подоходным налогом с населения можно было бы обложить часть пенсионного капитала первого уровня, индексированную индексом взносов социального страхования. Так мы увеличим шансы латвийских пенсионеров на благополучную старость, считает автор этой инициативы. Ну, друзья, пишите комментарии. Ну, конечно же, я уже даже примерно предполагаю, что вы напишете, что вы не поверите, ну, что ничего они там не решат. Но, друзья, подвижки какие-то идут. Но верить надо, надежда должна быть надеждой, правильно, друзья? Повторяю, инициатива по отмене подоходного налога с пенсии все-таки дошла до Сейма. Помните, подписи собирали? Я ввел даже несколько новостей на эту тему и говорил, и буду говорить, буду продолжать и дальше, друзья, информировать вас как по возможности сразу же. Вскоре ее рассмотрят, начнут ее рассматривать 17 апреля в комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям. Друзья, вот такие вот коротенькие пока новости. Поставьте лайк под видео, напишите комментарий, любой комментарий, друзья, в поддержку нашего канала. Поделитесь в социальных сетях. Пускай люди, конечно же, ну, я считаю, это хорошие новости. Друзья. Для нашей маленькой республики это хорошие, хоть какие-то подвижки, и все-таки инициатива на эту инициативу реагирует, вы понимаете? Вот эти вот подписи, когда собирали. Значит, эта система все-таки действует. До Сейма-то ведь доходит. Но вот как решат, конечно же. Ну, я надеюсь, я уже говорил свое мнение, как они решат. Давайте подождем немножечко, друзья, до среды. Но заранее, вот это я так считаю, я так думаю, друзья, мое мнение. Решат все-таки... Ну, хоть частично, я даже вот напомню, что я говорил. Частично все равно решат они эту проблему. Про обложение пенсии налогом. Подоходным налогом, друзья. Подождем. Спасибо большое. Еще раз всем большое спасибо за поддержку нашего канала. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Пускай побольше увидит это. Поделитесь в социальных сетях. Желаю всем здоровья, счастья. Благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До свидания, до следующих видео и видео новостей. Спасибо.